Всем приветики. Знали ли вы, для чего нужен вот этот отворот ткани на ящике? Если не знали, то тогда сейчас я вам об этом расскажу. Он нужен, как ни странно, для закладки бомбы на него. Он как раз именно под нее предназначен. Ведь именно поставив бомбу сюда, вы упростите себе контроль. А когда бомба будет стоять здесь, где бы вы ни находились, в яме, в углу на этой лестнице, за машиной, на подъеме, в этом или в этом углу, вот в этом углу, на шорте, да вообще не важно, где вы будете находиться, вам легко будет контролить бомбу. А противнику, наоборот, сложно. Он не сможет раздефилить отсюда или отсюда. Или отсюда. Ему нужно будет подойти именно к ней. Или если он зайдет с этой стороны, то нужно обязательно будет запрыгнуть вот сюда и подойти сюда. Либо запрыгнуть на сам ящик. То есть в любом случае он будет открыт. Либо здесь, либо здесь, либо здесь. Он будет легкой мишенью. А для вас это будет очень легкий контроль. То есть противнику будет очень сложно, вам будет очень легко. Вот вы ставите ее прямо на край, можно на самый-самый. Все. И дальше, где бы вы ни были, с любой стороны она очень хорошо просматривается. Откуда бы он ни зашел, его всегда будет видно. Потому что когда ставят бомбу именно под лонг, то есть вот сюда, бывает, вот когда сидишь вот здесь, вот здесь, а противник дефьюзит вот здесь, тебе кажется, что никого нету, а на самом деле он ее дефьюзит потом раз, и тебе пишет, что раздефьюжена, а на самом деле, ну разминирует вернее, а на самом деле ты его просто не видел. Если заплатить ее таким вот образом, то тогда такой ситуации уже не будет, его по-любому будет видно. Сидя либо так, неважно. По-любому, если он запрыгнет, его будет видно, если он с этой стороны зайдет. Запрыгнет или просто подойдет, будет его видно. Хотя, если он станет где-нибудь на краешек и будет дефьюзить, самого противника не будет видно, но если сидеть со снайперкой, будут видны проводки от его щипцов. Но если сидеть примерно вот так, как обычно сидят со снайперкой, вот так вот бывает не видно, что он там дефьюзит, а здесь будет видно, потому что бомба как бы торчит, там ее даже не видно, а здесь она видна. И таким образом легко будет контроль. Здесь вообще он будет весь всей такой моделькой стоять. Или здесь будет стоять. Или здесь. Ну, в общем, это будет намного проще, чем ставить ее вон туда, куда обычно ставят. Хотя, как показывает практика, противники никогда не запрыгивают сюда. Потому что они понимают, что здесь они слишком открыты. И с любой позиции их могут убить, то есть стоя здесь, он вообще полностью открыт, его могут, даже находясь на спауне контртеррористов, его могут убить, потому что он будет прямо вот стоять открыт. И поэтому они никогда не запрыгивают сюда, они всегда заходят либо сюда, что тоже очень редко. И в основном они заходят вот так. Ну, то есть, стоя вот так, он понимает, что он вообще со всех сторон просматривается. А стоя так, он примерно понимает, что его могут убить оттуда или с шорта. И поэтому он заходит вот так, что примерно видеть и шорт, и лонг. И когда он стоит здесь, тогда появляемся мы и вешаем хедшот. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедово.